сегодня находимся на открытом чемпионате Витебской областной организационной структуры «Боксового Динамо» по прикладному рукопашному бою. Что важно, чтобы быть успешным в рукопашном поединке? Знаете, голова, удача и, конечно, самое главное, без страха. А так думать нужно, как и везде. Это не значит просто выходить и держать себя в форме. Быть более бодрым. Не нужно себя подвергать злости. Нужно действовать все хладнокровно. Вот и все. Вы какую команду представляете? Команду департамента охраны областного управления. Скажите, что важно при подготовке к соревнованию? Самое важное, наверное, подойти с весом, вложиться в весовую категорию. Настрой, конечно же, боевой, конечно же, победить. Непосредственно фаворитами данного чемпионата является эта сборная команда УВД Витебского облсполкома и сборная команда учреждения Витебского областного управления МЧС. Данные команды, наверное, будут делить первое-второе место, так как действительно уровень спортсменов находится на достаточно серьезном уровне. Как нас настраивают всегда, мы защищаем свою область и, скажем, как на улице, так вот и на ковре. Всегда до конца и только до победы. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.